Всем привет, друзья мои, с вами Дивер, и в сегодняшнем видеообзоре в серии фильмов о мощных палках я вам покажу, наверное, один из самых дорогих спиннингов для троллинговой ловли. Для ловли троллингом с руки. Итак, друзья мои, этот спиннинг от компании Shimano. Модель Yasei Pike Casting длиной 2,30 с тестом до 170 грамм. А если быть точнее, 56-170. Спиннинг сделан из высокомодульного графита. Фурнитура у данного спиннинга вся фуджевская. Колечки очень низкие, облегченные, частично силовые. То есть где-то на полбланка силовые колечки. Дальше они идут на одной ножке, но очень-очень низкие. Итак, друзья мои, давайте рассмотрим данный спиннинг поближе. Дизайн удилища очень красивый. В принципе, скромный, но красивый. Спиннинг полуторачастный. То есть он делится на цельный бланк и на отдельно короткую ручку. Качество в целом на высоком уровне. Все-таки это Shimano. Покажу вам, как обычно, толщину стенок. У спиннинга есть штатный хук-кипер. Специальное колечко для зацепа приманки или просто нашей застежки. Фурнитура на данном спиннинге Fuji. Ручка спиннинга сделана из эвы. Ручка разнесенная. Спиннинг кастинговый с триггером. В простонародье просто курок. Чехол данного удилища очень красивый, бархатный, черного цвета. Давайте достанем данное удилище и посмотрим его поближе. Вот такая ручка, довольно-таки коротенькая. Цельный бланк с низкопосаженными колечками. Колечки реально очень низкие, под мульт. Ручка, в принципе, вполне подходящая под наш вид ловли. Данный спиннинг один из моих любимых. Это, скажем, такой универсал под не сильно крупные приманки. Изначально данное удилище создано для бросковой ловли тяжелыми приманками. Джерки, даже, возможно, и какой-то тяжелый джиг подойдет. Да невозможно, а подойдет сверхтяжелый джиг. Вот, скажем, для ловли той же самой какой-то щуки или сама. Я присмотрел данное удилище себе для троллинга и для ловли как раз вот тяжелым джигом для ловли сама. На спиннинг делаю среднюю нагрузку, сильно его так не нагружая. Сильно придавливая, получается что-то типа такого. Чуйка у данного спиннинга просто превосходная. Повторюсь, это один из моих любимых спиннингов. Спиннинг быстрого
ну, не знаю, как сверхбыстрого, но быстрого строя. То есть, повторюсь, спиннинг для, ну, скажем, не сильно крупных приманок. Хелкообразные приманки я на нем протаскивал, в принципе, но не очень комфортно. Но рыбачить можно. Давайте я вам еще покажу строй удилища вот с такого ракурса. Как вы видите, кончик довольно-таки информативный. И гнется он где-то там от 4-го, от 5-го кольца. Но кольца расстановлены очень-очень близко. То есть часто с частой расстановкой колец спиннинг. Данный спиннинг подходит под любые приманки, начиная от каких-то 40-х, скажем, 40 мм, и заканчивая там бандосами, какими-то 125-ми. Вот. Но сильно упористые приманки, повторюсь, не совсем для этого спиннинга. То есть будет ловить не очень комфортно какими-то очень упористыми там, или большими, сильно большими приманками. Данный спиннинг, конечно, не из бюджетных и далеко не из среднего какого-то сегмента. Данный спиннинг – это что-то, какой-то премиум-класс, какая-то даже элита, наверное. Но, скажу вам так, если вы вдруг приобретете данное удилище, вы получите массу удовольствий. Повторюсь, это, по сути, универсал. Универсал по ловле хищной трофейной рыбы. Короче, две поклевки. Две поклевки подряд. Взял его? Да. Медленная проводка. Я тебе на медленной скорости. Медленная и плавная, и не резкие плавные. Ну, не крупный наверх. Тоже забагрен. Нет, Сергей, у меня чесночком. Не-не, поклевки прям были реально. Смотрим, даже за первый этот. Маленький. Вот он бил в голову явно. Прижимал он бородой взял. Стайка. И он прямо, я говорю, ну, сначала видно один ударил. Сомневаюсь, что это он же. Задний прям висит вообще еле-еле. С удвоением. Около двух. Наверное, двух уже не будет. Но все равно бородой прижимал, видишь? Бородой прижал. Неактивен он, пипец вообще. Просто неактивен. И заметь, вот уже вынимаем какого, да? Из этих. И ни хрена не бьется. Ну, вон, видишь, что такой вяленький, соненький. Ага. Сейчас, блин, да?